Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Чтобы мне было не скучно ехать по вот этой вот дороге смерти, я решил начать запись отсюда. Я заполнил грузовик и, соответственно, инвентарь запасами бетона, которых нам точно должно хватить для того, чтобы сделать всякое. Я заполнил, соответственно, грузовик немножечко углем. Ну и теперь наша с вами задача на сегодняшнюю серию — это попробовать перевести как минимум хотя бы одну партию этого, как его, господи, называют, нефти. Это задача минимум, задача максимум — еще не сдохнуть и не упасть, пока мы этим всем занимаемся. Потому что немножечко на стыке вот этих вот плит машину болтает. Поэтому у меня всегда есть риск большой, что когда-нибудь я того упаду вниз, заодно посмотрю, что там внизу находится. Но пока у меня таких планов нет, поэтому очень бы хотелось, чтобы я спокойненько себе доехал безо всяких происшествий. В принципе, ширины платформы достаточно для того, чтобы здесь приспокойно ехать, особенно если не очень сильно гнать. Но вот эта вот многоколесная штука, которая следующее поколение трактор, мне кажется, она будет гораздо интереснее. Так. Еще, знаете, какой интересный вопрос, о котором я сразу не задумался? Господи, пиздец, сколько здесь ехать. Это внизу или вверху находится нефть? Вот это вот прям очень мне интересно. Потому что мне надо будет строиться куда-то. То есть мне надо, соответственно, либо вниз строиться, либо вверх строиться. Пока вот это вот остается вопрос открытым. Еще-то какие-то штуки на кораллы похожи немножко. Так, ладно. Потом достраивать дорогу пошире мы будем позже, если в этом будет необходимость. Пока еще непонятно, будет в этом необходимость или нет. Так, до развилки мы с вами доехали, нормально. Так, теперь, соответственно, надо спокойненько повернуть сюда. Так, спокойненько повернуть вроде как тоже получилось. Так, теперь едем дальше. Так, ну да, ее прям на стыках подглючивает. Если заметили, то там его немножечко ворочает из стороны в сторону. Это из-за того, что на стыках пластин глючит колеса. Хотя, по идее, такого быть не должно. Но, ладно. Вроде как машина рулится. Пока она рулится, все нормально. Но я практически уверен, что компьютер никогда в жизни не найдет сам сюда маршрут. И мне придется его переобучать еще дополнительно. Так. Все, теперь мы здесь останавливаемся. Так, полностью останавливаем машину. Так, остановили, отлично, выходим. Так, теперь мне нужно, соответственно, рыться дальше вот туда. 200 метров, наверное, выше. Я думаю, что, скорее всего, это наверху находится. Так, если это находится наверху... Ладно, без разницы, где на самом деле это находится. Мы пока будем строиться вот отсюда. Так, вот так вот мы берем. Да, и продолжаем дальше строиться к нашим залежам нефти. Потому что если это внизу, я вообще хрен знает куда-то как-то попасть. По идее, это, наверное, должна быть вот эта вот штука сверху. Так, просто если эта штука сверху, тогда нам надо уже задуматься о том, чтобы подниматься. Потому что здесь довольно большой холм. Так. Мы можем увидеть точку конкретно здесь или нет? Или это все-таки внизу? И она должна так прям пикнуть. Нет, но мы пока только знаем, что это где-то вот там, 108. Ну, наверное, сверху. Я думаю, что сверху. Я надеюсь, что сверху. Даже, наверное, правильнее будет сказать вот так. Так, окей, тогда мы вот здесь вот должны сделать заезд наверх. Так, здесь мы должны сделать фундамент. Еще фундамент. И еще заезд наверх. Так. Фундамент. Еще фундамент. И еще заезд наверх. Так. Еще фундамент.
Еще фундамент. И еще один заезд наверх. И, наверное, теперь одни только заезды наверх надо делать, потому что иначе я могу не успеть. Может не хватить просто пространства. Так, значит, вот так мы делаем. Так, потом делаем фундамент, сразу на него ставим такую штуку. Так, фундамент, такую штуку. Еще фундамент, еще такую штуку. Так, так, штуку не пристраивать, все нормально. Так, есть такое дело, еще штуку. Да, то, что я отсюда рухну, мне кажется, это неоспоримый факт уже. Ну, надеюсь, нефть где-то там. Потому что, если я неправильно пришел и мне надо вниз, это будет, конечно, эпично. Так. Ну вот, примерно я вроде как подравнялся немножко. Так, давайте посмотрим. Ну, нефть же. Блять, походу нет. 170 метров туда, а это... Блин, то есть это внизу. Вон она. Ёпта. Так, а это где нефть? Угу. Вся эта нефть внизу. То есть мне сюда... Ладно, в принципе, сюда мне в любом случае надо. Да, там вот, во-первых, слизняк, во-вторых, еще там что-то. Будем считать, что я это сделал не зря все. Так, мы сейчас вот сюда дойдем. Да, плохо, хуже от этого не будет, так скажем. Ладно. Хуже от этого не будет, но проблема в том, что, конечно, и лучше не будет. Поэтому мне надо, наоборот, вниз. Так, где там эти месторождения-то? Вон они, да? Так, вот они, прям подо мной, правильно? Да, вон они, светятся. Так, мне надо вон в те месторождения. Как мне туда попасть? Так, во-первых, мне надо вернуться назад. Потому что так высоко мне не надо, мне надо наоборот вниз. Так, хорошо. Раз мне надо наоборот вниз. Так, во-первых, надо расширить вот здесь площадочку. Да, площадочка нужна здесь сильно побольше. Нам, потому что надо здесь будет как-то разруливаться, если здесь будет несколько маршрутов. А несколько маршрутов здесь прям походу уже напрашиваются. Так, вот мы расширяем здесь фундаментную площадку себе. Так, расширили. Теперь мне надо сплавиться вот туда, к этим грибам вниз. Так, хорошо. Я пока их не вижу, но мне надо туда буквально. Ладно, допустим, пока делаем одну такую канитель. Так. Блин, почему точек нет? Были же оттуда, когда я заходил. Так, ладно. Давайте тогда теперь строиться наоборот вниз. Да? Так,
Такой двойной спуск я, кстати говоря, могу пристроить. Ну, давайте мы его пристроим, кстати говоря. Это нормальный вариант. Так. А вот как мне теперь присобачить вниз еще фундамент, это большой вопрос. Прям очень интересный вопрос, как мне присобачить вниз фундамент. Я же не могу под себя смотреть. Так, хорошо. Хотя хорошего-то на самом деле не очень много. Уй, бля, я ж только что... Я ж мог упасть! Господи, я ж чуть не угробил ты себя. Так. Мне тогда нужен вот здесь вот выступ. Для того, чтобы я это дело видел. Так, вот. Теперь я это дело буду видеть. Так, теперь я это дело буду видеть. Теперь я, соответственно, могу здесь вот такие штуки пристраивать. Так, штуки я могу пристраивать. Это я, конечно, молодец. Но здесь сейчас опять бы какая-то лажа чувствую. Так, 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 так. Так, вот эти хрени мы сейчас сделаем. Потом я здесь сделаю два съезда. По этим съездам я спущусь. Делаю вот такую штуку. Потом через нее сделаю штуку вниз. Так. И спущусь еще ниже. Теперь я вот это, наверное, могу разобрать. Так. Могу разобрать. Делать вот такую вещь, вот такую вещь. И вот такую вещь. Делать тогда вот так. Как-то все это, конечно... Немножко кривовато. Где эта нефть несчастная, ради которой все затевалось? Блин, почему я точки не вижу? Вон там же она была, да? Но точки почему-то не появляются. Как-то подозрительно это все. Так, нет, низ я пока строить не буду. Ладно, я пока построю прямо. Мы... Хотя бы вот на этом уровне я хотя бы ее отсюда увижу, а потом дальше думать будем. Потому что так строить, как я раньше строил, довольно тяжело. Так, опять я ее не вижу, да? Слизняков здесь куча. Слизняков здесь куча, а нефти я до сих пор не наблюдаю. Хотя я точно знаю, что она вот здесь внизу находится. Вон там же она, да? Блин, или она еще ниже? Блять, почему я ее не вижу, я не понимаю. Я же должен ее видеть. А, вот она. Нет. Нет, не вот она. Она еще ниже получается. Или нет, или сейчас. Блять, где ссаная нефть? Так, у меня для меня плохая новость. Она внизу прям подо мной. Она под грибами, под этими. Вон она. Так, а как же мне туда-то спуститься-то? Так, ладно. Единственный спуск, который я могу нормально отсюда строить. Так, вот она, да? Вот эти вот две... Да, вот они две лужи. Так, мне надо спуститься к этим двум лужам. Для того, чтобы спуститься к двум лужам. Так, нет, не так. Мне надо здесь вот делать себе фундамент, на котором я могу стоять. Так, теперь мне надо строить фундамент вниз, получается. Вот как-то вот отсюда.
Мне надо строить вниз фундамент. Так. Ну, допустим. Только он теперь будет глючить и накладываться постоянно один на другой. Мне надо строить вот этот спуск, получается, аж вот оттуда. Для того, чтобы я это все хорошо видел. А тут я могу не дотянуться. Но мне надо строить все равно, блин, с угла. Чуть я не упал только что. Потому что без угла я задолбаюсь выстраивать все это. Снизу вверх строить гораздо проще, чем сверху вниз. Да, ладно, сейчас я отбегу немножко, потом мы с вами посмотрим, сможем мы это сделать так, как я хочу, или не сможем. Так, еще дальше бежим. Так, еще дальше бежим. Ну, короче говоря, вот как-то так отсюда мне надо будет прокладываться вниз. Но я отсюда, естественно, ни хрена не вижу. О, господи, поэтому мне для того, чтобы что-то сделать, надо будет вот здесь вот сделать еще такую вот ерунду. То есть мне надо здесь сделать будет выступ, чтобы я отсюда мог заняться конструированием. Так, могу? Не могу, все равно не дотягиваюсь. Сейчас, пока я сюда буду бегать, у меня закончится цемент. Ой, так уже осталось 200 единиц. Так, теперь дотягиваюсь. Блин, опять не дотягиваюсь. Да что ж такое-то? Блин, должен дотягиваться, а? Господи, какие у меня здесь катакомбы получились. Обалдеть можно. Так, ладно, тогда дальше строим. Окей, раз я не дотягиваюсь отсюда, значит, начну дотягиваться откуда тут отсюда. Опять не дотягиваюсь. Так, хорошо. Продолжаем. Отсюда. Отсюда не дотягиваюсь, что ли? Вы издеваетесь? Отсюда не дотягиваюсь. Так. Вот отсюда дотягиваюсь. Ага. Так, ладно. Значит... Значит, смотрите, какая у нас будет здесь история. Мы должны строиться вниз. Так, отсюда опять не дотягиваюсь. Так, еще чуть поближе подойдем, значит. Так, вот так. Угу. Так, и вниз. Так, и вниз. Так, и вниз. Так. И еще ниже, но я походу... А, нет, еще пока дотягиваюсь. Так. Отсюда уже не дотягиваюсь. Отсюда я уже не могу ниже спуститься. Так, хорошо. А, нет, могу еще пока. Так. Нет, не совсем у меня получилось. Так, это мы разберем сейчас. О, вот сюда. Так, и еще ниже. Потом вот туда. И еще ниже. Так, еще ниже. И вот сюда. Так, и сейчас я это будет уже глючить потихонечку. Так, господи, неправильно направление. Что неправильное направление? Направление правильное. Так, где эта ссаная нефть? Еще раз давайте посмотрим. Так, вот она. Так, потом, значит, еще ниже. Так, бегаем сюда. Наверняка это можно было сделать проще, я занимаюсь какой-то херней. Если кто-то думает, что я не отдаюсь и в этом отчет, я отдаю. Но мне ничего в голову лучше не пришло пока. Так, могу сделать? Так, могу еще сделать. Ну, по идее, теперь у меня даже должно что-то получиться оттуда. Так, где там эта херня у меня? Так, ладно, все, нормально. Теперь я могу отсюда очень здорово спуститься. Так, вот эта вот ерунда мне не нужна. Так, тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. И оттуда могу, наверное, достраивать дальше. Сейчас мы это проверим. Кстати говоря, пока мы... Нет, ладно, не будем.
Заодно я возьму из своей гравицапы дополнительно немножко цемента. Господи, какая масштабная стройка у меня получилась, пипец вообще. И это еще не предел. Здесь, в принципе, можно сделать неимоверных размеров фабрику. Получается, чуть ли не во всю карту. Ну, конечно, в одиночку такие вещи делать очень сложно. Так, нет, не так. Где этот самый рабочий станок? Так, отлично. Сбираем отсюда цементский. Нет, вот этот пластины мне не нужны, а цемент мне нужен, причем весь какой только есть. Так. Окей, ладно, теперь бежим туда. Насколько у меня получится теперь все что-то сделать, пока еще непонятно, но пока я не добегу, не узнаем. Так, куда мне там? Так, мне сюда. Хорошо. Потом мне еще ниже. Как я буду оттуда возвращаться, это прям вообще большой вопрос. Так, теперь мне надо... Так, здесь я буду делать спуск себе. Спуск я буду делать себе сразу... Нет, ладно, пока хотя бы такой сделать. То нам пока не до жиру, нам бы... Блин, нет, не то. Нам не до жиру, нам бы хотя бы просто туда спуститься для начала. Так, есть такое дело. Почему он постоянно их меняет местами, я не понимаю. Чего ты постоянно меняешь их местами? Не ясно. Так, ладно. Блин, опять промахнулся. Еще разочек. Попытка номер два. Так, пум. 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 И все. На этом у меня все закончилось. А нефть, как была, хрен знает где, так и остается. Ой, это вода. Охренеть можно. Так, это вода. Вода, это, конечно, очень здорово. Так, а если я захочу, ну вот, допустим. Так, допустим. Так, организация производства. Допустим, я захочу поставить здесь нефтяной насос. Как это вообще выглядит? Так, вот, допустим, раз нефтяной насос. Да, я могу поставить сразу два нефтяных насоса. Потому что я молодец. Так. Раз нефтяной насос, два нефтяной насос. Так, мы сейчас сразу сделаем... Не знаю, красиво-некрасиво, конечно, но что-то мы сейчас сделаем. Так, вот так вот у нас будет стоять три провода, которые будут подключены... Так, вот этот цепится сюда, этот цепится сюда, отсюда мы запитываем вот эту часть, отсюда мы запитываем вот эту часть. Отсюда мы... Не можно, нельзя так сделать, да? Слишком длинная. А вот здесь не длинная. Так. Здесь мы тогда делаем промежуточный столб номер раз. Здесь мы делаем промежуточный столб номер два. И сюда опять не получается, да? Так, а может и получается. Сейчас мы тут сделаем. Чтобы вообще вот эта вот ерунда каким-то образом у нас запитывалась электричеством. Здесь слишком длинная, да, получается ерунда. Так, а вот сюда, если я его поставлю. Так, сюда вроде норм. Так, сюда... Опять не получается поставить. Блин. Так, а вот сюда куда-нибудь. Где-то здесь была на мухоморе, по-моему, нормальная линия. Вот сюда-то, по идее, он и должен воткнуть. По идее. Да, о! Нет? Слишком длинная. А вот сюда. И сюда не получается. Так, хорошо. А вот сюда. А вот сюда. Так, сюда можно. Отсюда сюда. О, отлично. Так. Ой, господи. Так, вот так вот у нас получится электричество. Хорошо. Так у нас заработают два насоса.
два насоса у нас заработают. Из этих двух насосов... Я просто думаю, что, может быть, я сюда просто конвейером ее подниму. Мне же не надо туда спускаться прям сильно вниз. Я могу просто взять два конвейера. Эти два конвейера захерачить куда-нибудь сюда наверх. А площадку, на которую я буду все это дело запитывать, я сделаю где-нибудь тут. И мне кажется, это прям отличный вариант. Так, о. Так, а как я так прицелился ловко? О, ну я молодец. Так, допустим... О, там еще разбитые эти челноки лежат. И достать оттуда, по всей видимости, ничего нельзя из них. Так, допустим, вот здесь вот я хочу сделать площадочку, из которой я буду забирать вот эти ресы. Это же чисто гипотетически, я ж могу так сделать. Вот так вот, допустим, вот так вот сделать площадку, вот здесь сделать площадку. Так, и вот сюда я хочу вот оттуда как-то поднять конвейеры. Для начала хотя бы один конвейер. Нет. Такой конвейер мне не нужен. Хотя нет, я сразу поставлю... Где-то у нас оптимизация. Сразу поставлю конвейерный соединитель. Так, я его сразу поставлю вон там. Главное тут не упасть. Так, как-то вот так вот я поставлю конвейерный соединитель здесь. И в этот конвейерный соединитель сразу жахну... Вот так вот ресурсы. То есть осталось, в принципе, просто подать питание. И по идее, все заработает. Но это все пока в теории. Теперь мне нужно каким-то образом поднять сюда конвейер. И это будет нетривиальная задача. Я прям чувствую. Так. Как бы так сделать-то? Ну, будем, короче говоря, делать по наитию. Как получится. Проще говоря. Так, допустим, он пойдет сюда. Допустим, отсюда он пойдет сюда. Допустим, отсюда... Куда он может пойти отсюда? Сюда он не пойдет. Так, сюда он не пойдет, но мы можем сделать какой-нибудь фундамент. Где-нибудь... Вот здесь, например... Так, где-нибудь вот здесь мы можем сделать фундамент. Его, вот этот конвейер, отсюда зафигачить куда-нибудь вот сюда. Здесь мы можем даже сделать стойку, например, и поднять эту стойку повыше. Так, оп. Не, наоборот. С другой стороны. О! Так, сюда мы поднимаем, значит, конвейер. Потом дальше этот конвейер. Нет, сюда он все равно не дотягивается. Так, мне нужны еще какие-нибудь фундаменты. Мне еще нужны какие-нибудь фундаменты повыше. Так, для этого мы сейчас пристроим здесь вот так фундамент. Потом фундамент сделаем на него. Потом еще как-то вот так вот мы сейчас сделаем. И на эту хрень мы сверху сейчас присобачим еще стойку и еще поднимем. И на эту стойку зацепим ленту. Так, отлично. Только она зацепила... А, в принципе, ладно, в жопу, какая хрен разница. Так. Почти хорошо, единственное, что... Пол слишком пологий. Угу, пол слишком пологий. Раз пол слишком пологий, значит, надо продолжать заниматься вот этой ерундой. То есть нам нужно... Может быть, я как-то вот на этом уровне смогу сделать? Сейчас проверим. Так, допустим, я вот здесь вот хочу сделать, взять и сделать здесь стойку. Вот такую, например. И подключить вот эту ленту вот к этой стойке. Так, уже лучше. Отсюда? Вот, а отсюда я же могу увести сюда. Но лента слишком длинная. Я бы мог это сделать, но... Не для этого. Надо вот сюда. Вот сюда. Захерачить вот такую штуку. И теперь, по идее, ее хватит. Во! Так. Все хорошо? Да, все хорошо. И тогда мне вниз спускаться не нужно. У нас будет вот такая лента, по которой эти сраные бочки пойдут вот сюда.
Теперь, соответственно, мне надо сделать так, чтобы эти сраные бочки где-то во что-то грузились. Поэтому мне нужна транспортная грузовая станция. Мне нужна. Так, мне нужна грузовая станция. Грузовая станция, которая будет... Так, вот где-то у нас входные-выходные штуки. Так, мне надо отойти, да, отсюда вообще. Так, вот такая у нас будет грузовая станция. Так, такая у нас будет грузовая станция. Мы сейчас сделаем, чтобы здесь можно было развернуться спокойно и всякое такое прочее. Так, вот такая у нас будет грузовая станция. Отлично. Эту грузовую станцию надо в обязательном порядке запитать. Для этого нам нужен столб. Мы запитываем грузовую станцию и запитываем... Как бы ее так запитать? Туда можно? Так, отлично. Теперь у нас есть грузовая станция здесь. Теперь нам к этой грузовой станции надо вот отсюда. Так, вот отсюда у нас пойдет конвейер. И отсюда у нас пойдет конвейер. Главное в правильную дырку запихнуть. Вот сюда. Так, все. Вот это у нас ресурсы. Отлично. Значит, одни пойдут оттуда. Теперь надо сделать, чтобы у меня был более-менее внятный подъем здесь. Так, давай. Тут я с подъемом маленько лажанулся. Да? Да. Настроить грузовую станцию. Топливо. Ну, топливо, это которое оно загружает, понятно, ладно. Так. Загрузка, разгрузка. Нет, загрузка. Да, здесь мы загружаемся. Разгружать мы здесь не будем. Так, отлично. Здесь мы загружаем. По крайней мере, пока вроде как что-то у нас получается. Так, здесь у нас такой большой заезд. Так, здесь у нас такой большой заезд. Здесь у нас такая большая грузовая станция. Так, сейчас мы ее немножечко расширим, чтобы здесь было много места. И теперь, что надо будет сделать? Надо будет сделать, чтобы здесь стояли стены. Для того, чтобы мой грузовик, если его что-то заглючит, чтобы он, по крайней мере, просто не упал вниз. Хотя бы. Для начала мы поэтому здесь возьмем вот эту грузовую нефтяную станцию. Таким вот образом обошьем вокруг стенами. Здесь, кстати говоря, да, очень забавные стены смотрятся на этой ерунде. Так. Так, здесь мы тоже можем обшить, а здесь не можем. Так, если что, я эти стены отсюда уберу, если мне вдруг потом пригодится. Так, все, отлично. Теперь у нас есть грузовая станция. У нас теперь есть подъем. Подъем надо только оформить дополнительно. Господи, какие у меня здесь катакомбы. Так. Почему не могу пристроить здесь вот хрень вот эту? А, вот так, потому что она пристраивается сбоку. Так, здесь тоже она пристраивается сбоку. И здесь она пристраивается сбоку. Так, здесь у нас вот так. И что? И вот так как-то должно быть. Так, здесь мы, соответственно, идем и присобачиваем. Так, отлично. Теперь надо пустить здесь электроэнергию. Так, вот по периметру у нас будут идти провода. Так, провода будут идти по периметру. Ну, пусть она где-то вот здесь у нас будет. Так, дальше. Дальше мне вот здесь еще надо построить. Да, здесь у нас будет такой побольше штука. Чтобы мой трактор здесь не случайно не того. Ой, бля, чуть я не упал. Короче, шифтом лучше не строить такие вещи, когда вы находитесь слишком высоко. Так. Есть такая буква в этом слове. Теперь здесь. Вот эту штуку мы берем. Ставим где-то вот здесь этот столб. И туда хватит? Нет, туда не хватит. Слишком длинная линия получается. Значит, где-то здесь промежуточно еще сделаем. Вот здесь, например. Теперь хватит? Теперь хватит.
Ой, господи, так, теперь у нас отсюда идет охрененно здоровая, адовая, огромная линия. И нефть у нас, соответственно, начнет добываться. Окей, ребятки, так, у нас получилось кое-что сделать. У нас получилось кое-что сделать интересное. Теперь вопрос в следующем. Нам нужно подключить теперь вот эту линию на нашей базе к электросети для того, чтобы это заработало, и сделать там разгрузочный док, после чего мы можем наш трактор запилюкать, чтобы он начал что-то производить. Либо он, может быть, даже попробует автоматически сюда добраться, но я уверен на 100%, что он не доберется никогда в жизни. Мы сейчас его разгрузим. Разгрузим себе инвентарь. Для того, чтобы, если мы умрем, было бы не так обидно. Все это дело мы выложим и после этого протестируем. Но сначала мне надо проложить вот эту линию электропередач до конца. Я так понимаю, что запись маршрута как раз она нужна именно для того, чтобы искусственный интеллект, который, я так понимаю, не очень сильно умный. Но вообще я не представляю, как здесь проложить на самом деле грамотный маршрут на основе искусственного интеллекта исключительно. То есть мы должны будем сейчас еще раз проехаться до этой базы и проехаться, соответственно, не знаю, обратно надо будет ехать, не надо. В общем, сейчас займемся этим тестированием. Главное сейчас не упасть вниз. Так, линии ЛЭП у нас идут. Теперь мы можем любой ресурс, который находится здесь в расщелине, если он здесь есть, к этой линии ЛЭП подключать без проблем вообще. Так, докуда я, кстати, дотянул эту линию ЛЭП? Там оставалось чуть-чуть, по-моему. Прям совсем чуть-чуть. Там-тарам-там-там-там-там. Так. Так-так-так-так-так-так. Вот у нас линия закончилась. Кстати говоря, птица, смотрите, она летает там ниже даже этого. Ниже уровня морали. Так, как мне правильно сделать? Поставить там трактор, потом протянуть? Или сначала протянуть, потом вернуться за трактором? Так, будем тянуть, ладно. Раз уж я здесь, все равно будем тянуть. Так, берем вещь и погнали. Так. Если быстро нажимать, в принципе, проблем никаких с протяжкой не возникает. Я, может, слишком часто ставлю столбы, конечно. Но просто так будет быстрее, чем высчитывать максимальную длину. Хотя, с другой стороны, вот у меня сейчас медь закончится, и я так весело уже не поделаю. Так, значит, мы будем вот здесь вот ставить. Следующий мы будем ставить столб вот здесь, а следующий уже внизу. Вот там. Так, и от того столба... От того столба я уже ничего не вижу. Так, отлично, ладно. Значит, идем назад за грузовичком за нашим. Можно было, конечно, крафтануть еще один грузовичок, но смысла в этом особо никакого нет. Потому что вот этот грузовичок стоит на ходу, и я один хрен ничего не смогу сделать. Вон, там еще, кстати говоря, разбитые шаттлы. Но у них ничего нету, я пробовал полазить, и они как бы ничего не дают. Просто... Я, в общем, был чуть ли не единственным, кто сумел приземлиться на этой планете, получается. Такая себе корпорация. Так, погнали. Да, нефтяное производство мне прям дорого вышло. По временным затратам. Зато у меня тут теперь вообще дорога, я могу куда угодно податься просто. Просто куда угодно могу податься, и ничего мне не будет за это.
Так, что у меня, кстати говоря, здесь? Я здесь не рухну вниз. Надеюсь, что не рухну. Ну, по крайней мере, если я здесь рухну, здесь, в общем-то, недалеко. Так, нормально. Так, отсюда мы, значит, выйдем и поставим здесь еще одну, насколько хватит, линию электропередач. Хватит ее, слишком длинная. Здесь не длинная. Так, вот здесь не длинная, вот настолько хватит, да? Так, нормально. Так, поехали дальше. Так, теперь вот от этой. Мне надо как-то вот там вот проезжать, по-моему. Так, дальше тянем линию электропередач. Значит, отсюда тянем куда-нибудь вот ту... Да, например. Нет, слишком длинная опять. А вот так не слишком. Так, все, садимся на грузовик, едем дальше. Так, где у меня там дом-то? Дом вон там. Так, ну я здесь... Проехать я здесь смогу. Вернее, пройти я здесь смогу. А проехать я здесь не смогу, по-моему. Так, сейчас я здесь пешочком пройдусь. Хотя нет, походу я здесь смогу пройти. Да, я здесь смогу пройти как раз без проблем. Так, значит, ставим еще куда-нибудь, насколько видно. О, вот так. Так, где там мой грузовичок? Можно как раз тогда по линии электропередачи идти. Как вот линия идет, так можно и ехать. Так. Отлично. Или не отлично. Здесь, короче, не какой-то небольшой уступчик получается. Или большой. Нет, здесь вообще никаких уступчиков нет, считайте. Так. Значит, берем, подключаемся теперь к этой электросети. Ставим вот там и следующий ставим где-нибудь вот там. Так. Ага. Ну хорошо. И теперь мне получается здесь где-то нужен разгрузочный хаб, на котором мы вот эту всю хрень будем разгружать. И к которому мне заодно надо будет подключить уголь. Где этот разгрузочный хаб будет? Вот в чем вопрос. Мне туда нужно будет захреначить уголь. Уголь, который у нас идет по конвейеру вот оттуда. Этот уголь у нас будет для автоматической зарядки. В принципе, захреначить уголь несложно. Ну так, в принципе, объективно, если взять. Поэтому хаб разгрузочный для нефти можно сделать где-то, например... Например, вот здесь. Как и всю систему переработки нефти можно сделать вот здесь. Еще можно сделать его где-нибудь здесь на втором этаже, например. Или даже на первом. Сколько у меня, кстати, говорят, цемента? Цемента у меня еще до хрена. Значит, смотрите, говорят, тогда что мы делаем. Вот тогда берем здесь фундамент. И вот этот фундамент достраиваем вот сюда. Так, вот сюда мы достраиваем фундамент. Как раз где он у нас цепляется с уровнем. Так, здесь у нас цепляется с уровнем. Вот здесь мы можем сделать тогда нефтеперерабатывающую площадку. Легко можем сделать. И уголь мы сюда можем дотащить. Все что угодно мы здесь можем сделать абсолютно. То есть здесь, допустим, внизу у нас будет разгрузочная платформа. А сверху у нас будет перерабатывающая. Для этого всего. Мне кажется, идея просто великолепная. Но это не точно. Сейчас я вот это вот рассоберу все. И мы посмотрим. Так. Здесь я могу еще сделать? Да, здесь я еще могу сделать. Так, здесь мне, соответственно, надо будет сделать заезды. Сюда. Так, вот так заезд. Так, вот так заезд. Так, заезд. Здесь, короче говоря, будут заезды для техники. Я так понимаю, что вся техника будет приезжать откуда-то вот оттуда примерно. Так.
Они здесь заедут? Нет, они здесь ни хрена не заедут. Помимо того, что они здесь ни хрена не заедут, у меня еще неправильно провод стоит. Поэтому надо сделать вот так. Вот так мы сделаем. Вот эту ерунду мы разберем. Так, эту ерунду мы разберем. Здесь я смогу сделать внизу. Да, площадки я здесь смогу сделать внизу. Так, и останется тогда сделать еще одну такую вот штуку для заезда. Так, нет, я неправильно сделал. Стоп. Для заезда и для выезда, соответственно, тоже. Так, хоба. И хоба. И вот здесь вот, ладно, здесь хоба не нужна. Так, получается у нас вот такая вот ерунда, которую мы сейчас сделаем еще вот так вот. И все. Так, нормально. Значит, здесь мне нужно построить разгрузочный хаб. Разгрузочный хаб. Грузовую станцию оно же. Так, грузовую станцию. Вот примерно вот такую мне надо сделать. Вот примерно вот здесь. Это у нас будет разгрузочная станция для различных нефтяных продуктов. Так, прекрасно. Значит, вот такая у нас получается разгрузочная станция. Эту разгрузочную станцию я хочу отгородить. Ну, может быть, мне сюда придется заводить конвейеры, поэтому я сразу отгорожу ее вот так. Так, там у нас будет проход. Здесь у нас камни, поэтому здесь ничего такого не будет. Поэтому здесь я могу сделать смело вот таким вот образом. Так. Теперь осталось дело за малым. Во-первых, мне надо сюда завести уголь, который будет заводиться и заряжать мои машины. И отсюда потом из конвейера у меня пойдут всякие штуки. Так, это у нас выгрузка. Здесь только выгружать машину, там только загружать машину. Топлива, соответственно, здесь никакого нет. Так, хорошо, ладно. В этой серии мы с вами уже не успеем проделать маршрут, к сожалению. Поэтому... мы займемся этим в следующей серии и заодно подключим сюда уголь. И, соответственно, в следующей серии уже начнемся тестированием этого всего мероприятия. Посмотрим, что у нас из этого получится. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.